На реке Дунай в Будапеште затонул прогулочный катер с туристами. Об этом пишет Reuters. На борту были граждане Южной Кореи. Агентство сообщает, что было спасено 7 человек, еще 7 погибли, а 20 считаются пропавшими без вести. Причиной катастрофы стало столкновение с другим катером. Reuters сообщает, что все произошло вечером в среду. По сообщению Министерства иностранных дел Южной Кореи, на борту находилось 30 граждан этой страны и 3 гида. Команда судна состояла из 2 венгров. Спасатели заявляют, что вероятность найти выживших минимальна. На месте опрокидывания катера сильное течение, а температура воды составляет 10-12 градусов. Спасательные работы длились всю ночь. Ранее в норвежской провинции Трумс погибли 2 российских моряка. 2 мужчины возрастом около 50 лет вышли в море на пластиковой лодке утром 14 мая. В обед они попытались выйти на связь с другими российскими моряками, однако не смогли этого сделать из-за помех.